на конкурс «Дети читают стихи». Павлова Мария, 7 лет. Город Москва, школа номер 13-15. Цны маршак, декабрь. В декабре все деревья в серебре. Нашу речку, словно в сказке, за ночь вымостил мороз. Обновил коньки, салазки, елку из лесу привез. Елка плакала сначала от домашнего тепла. Утром плакать перестала, задышала, ожила. Чуть дрожат ее иголки, но эти огни зажглись. Как по лестнике по елке, огоньки взбегают ввысь. Блещет золотом хлопушки, серебром звезду зажег, добежавший до макушки самый смелый огонек. Год прошел, как день вчерашний, над Москвой в этот час бьют часы кремлевской башни свой салют 12 раз.